Но я против, чтобы она была в частных руках. Спасибо. Все, Олег, я спасибо. Хочу... Спасибо. Пожалуйста, я спасибо. Хочу прописать это в договоре. Мы сделаем внеочередную сессию. Нет, это бумаги. Вы внесли их только что. Никто их и не изучал. Здание и под ними земля, которая находилась на балансе ЧМП, она уже не принадлежала ни ЧМП, ни государственной форме собственности. Вот поэтому прокурор, выполняя свои функциональные обязанности, подал в суд, и есть три решения суда, где отсудили и ушла земля, помещение, и под ними земля ушли. Сегодня, знаете, у нас много очень вопросов, которые похожи на такую летнюю распродажу со скидками одесского коммунального имущества. Я хочу, чтобы эта церковь или церковно-приходская школа, или то, что будет, как он сказал, студенческий городок, неважно, была на балансе города. Если же это не будет на балансе города, пускай она будет частной, я тоже не против, но купите у города землю. После чего студенческая церковь и юридическая академия заключили договора и через фонд госимущества с санатором Черноморского морского пароходства и продолжают эксплуатировать здание под общежитие и под студенческую церковь. Вот у меня есть договор от 22 мая 2012 года. Это верующие люди глубоко. И нам не безразлично, школа или что-то. Нет вопросов, почему на межрейсовой базе моряков, которая единственная находится на Украине, которая должна служить морякам. Два человека, структуры которых в свое время занимались рейдерскими захватами коммунальной собственности города Одессы, государственной собственности Украины, сегодня выясняют отношения, кто украл более честно и каким образом необходимо наказать конкурента. Я подчеркиваю слово «до». До 7 минут. Спасибо и вам. Выступать 7 минут припления. Здесь написано «до» по решению сессии. Сегодня рабочий процесс, сессия. Давайте перейдем к давайте, вопросам повестки. Давайте. Что надо сделать для этого? За 77, против 2, воздержался 1, не голосовало 20, решение принято.